Так, значит, здравствуйте. Меня зовут Николай Александрович Вавилов, я написан на доске. Я профессор кафедры высшей алгебры и теории чисел. И буду у вас читать курс, который называется высшая алгебра вроде бы, хотя там и высшая алгебра и теория чисел. Так, ну, курс алгебры и теории чисел. Так, значит, на прошлой неделе эта лекция, которая должна была быть в среду, она, как вы знаете, не состоялась, там я только в воскресенье вернулся. Вот, значит, ну и сегодня я постараюсь вам рассказать вот что. Я постараюсь вам рассказать, чем мы планируем заниматься, значит, 4 семестра у нас обязательный курс, ну и кроме того будет несколько спецкурсов, из которых примерно, ну, многим из вас, спасибо, придется, значит, сдавать и несколько спецкурсов по алгебре. Так, значит, ну и сегодня я постараюсь рассказать, чем мы здесь собираемся заниматься, ну, вообще, что такое алгебра, ну и, может быть, зависит, как пойдет, начать уже рассказывать, значит, сам курс. Ну, во-первых, я вас очень рад здесь всех видеть. Значит, мы начинаем этот это новая программа совершенно бакалавриата, так, в которой заново составлены все программы учебные всех дисциплин, в которой резко модернизировано содержание нескольких курсов, и в частности курса алгебры, то есть там появляется несколько тем, которые никогда, которые исключительно важны для всех грамотных математиков, но никогда вот, раньше не входили в обязательные, в общие курсы, так, которые впервые войдут в общие курсы. Ну, например, в третьем семестре у нас предусмотрена теория категорий и гомологическая алгебра вот, как часть общего курса. Так, а? Это слова, которых вы еще не слышали, да? Вот, так, значит, ну давайте я вам попытаюсь в нескольких словах рассказать вообще, что такое алгебра, так, значит, как менялось ее содержание. Ну что такое, вообще сказать не могу, потому что я не знаю. Так, то есть я, значит, отличаю алгебру от неалгебры, когда я ее вижу, значит, но вот дать определение там, как дают определение философы, значит, это не ко мне, это там нужно в большую советскую энциклопедию там, или в какой-то такой источник. Вот, значит, но так совсем вот исторически то, что, скажем, вам рассказывалось в школе, это все вещи очень древние, которые, ну, которым тысячи лет на самом деле. Вот есть такой замечательный, был такой замечательный польский математик Гуго Штейнгаус, и он в своей книге «Математический калейдоскоп» описывал математику, вот, ну, как бы распространенность математических знаний примерно следующим образом, что вот человечество по отношению к знакомству с математикой образует очень длинную, такую растянутую процессию. И математические знания, вот, которыми владеет большинство людей, подавляющее большинство людей, они относятся к эпохе, предшествующей эпохе строительства египетских пирамид. Так, вот это нужно четко осознавать, что, значит, курс, школьный курс математики, большая его часть предшествует, значит, то, что там рассказывается, предшествует комплексное. Значит, предшествует эпохе, я об этом скажу, да, эпохе строительства египетских пирамид. Ну, то есть, вот что изучается в школе? В школе изучается, что такое школьная алгебра? Это решение уравнения ax плюс b равно нулю. Так, но это вещь очень древняя. Но потом это немножко обобщается. Значит, решается, обобщается в две стороны. Так, значит, решается уравнение ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Так, но я боюсь, что доска здесь не очень хорошая, то есть нам нужно будет искать аудиторию лучше, да? Или как, будет видно. Так, и, значит, а1х плюс b1у равно нулю, там, а2, ну, плохо, так я дискомфорт испытываю,
cx плюс dy равно нулю. Так вот, как бы, чем венчается обычный школьный курс алгебры. Вот этим вещам решение таких уравнений, ну, там примерно 3-3,5 тысячи лет. Так? То есть люди умели их решать, есть там, значит, тексты египетские, там разные, значит, другие, в которых решаются такие уравнения очень давно. Так, значит, ну, на самом деле, есть китайские тексты, скажем, 5 века до нашей эры, в которых решаются произвольные системы линейных уравнений. Так, и решаются методом, который мы сейчас называем методом Гаусса. То есть метод Гаусса был придуман за там, 22 века, скажем, до рождения Гаусса примерно. Вот, значит, но только с той разницей, ну, потом, когда я буду сказать линейную алгебру в этом семестре, я расскажу, значит, что мы-то пишем уравнения горизонтально, они, конечно, писали вертикально, поскольку писали строки там, значит, вертикально и справа налево. Вот. Ну и вот в этом направлении, значит, алгебра развивалась довольно долго, так, как решение уравнений. Ну и вершиной этого в древнем мире была книжка, которая называлась «Арифметика», но она была посвящена алгебре. Значит, книга «Арифметика Диофанта». Это книга эллинистического периода, в которую уже решаются довольно сложные уравнения, и причем там ищется решение в целых числах. Так, что, конечно, гораздо сложнее, чем решать уравнение в каком-то поле, ну, там, скажем, в поле вещественных чисел или в поле комплексных чисел, как было сказано. Вот. Это, значит, гораздо более сложная задача, где действительно там были какие-то зачатки алгебраической теории чисел. Вот. Потом как-то развитие алгебры в Европе, значит, надолго прервалось. Так, то есть где-то примерно в 3-4 веке все греческие ученые побежали на восток резко, после того, как значит, в Римской империи христианство завелось. Так, они все побежали значит, в Иран, в Индию, там, ну кто куда. Вот. И там через какое-то время начали переводить греческие тексты, эллинистические, на, вот так уж сложилось, на арабский язык. То есть вот слово «алгебра», «аль-джабр», это часть названия книги «Аль-Хорезми», «аль-джабр», там «великое искусство», я не помню, как это по-арабски, «аль-джабр ва аль-мукабала», ну, значит, типа «великое искусство», сокращение подобных членов и переносов в правую честь. Так, значит, это «аль-джабр» – это одна из операций, которые использовались при решении уравнений. То есть вот решалось уравнение вида, у него такое уравнение, ax плюс b равно cx плюс d, ну и, значит, нужно было, понятно, да, перенести в правую часть и сократить подобные члены, это перенести в левую часть, там, ну вот, это вот, то есть алгебра в его трактате понималась как вот манипуляции такого рода. Но это часто называется там арабской или мусульманской наукой, но это, конечно, полный бред, потому что Аль-Хорезми был чистым персом, зороастрийцем, значит, но писал, разумеется, на арабском языке, там по понятной причине. Вот. Но называть его, там, называть это арабской наукой, все, что называть, ну, тогда нужно всех, кто в этом здании ходит, называть английской наукой там, и так далее. Все, кто пишет на английском языке. Вот, значит, то есть это, но в любом случае, вот, возникли некие тексты и сохранились греческие тексты, которые потом снова были переведены на латынь в Европе. И, значит, вот переломной точкой для нас является конец, самый конец 15 века, самое начало 16 века, когда был достигнут реально первый прогресс, который не был известен, была решена первая задача, которую не умели решать греки. Вот первая такая задача была решена в 15 веке.
Так, вот это, значит, нужно понимать, сколько времени прошло между решением квадратного уравнения и решением кубического уравнения. Упс. Так, извиняюсь. Куб, квадрат. Равно нулю. Так, вот кубическое уравнение, кстати, один из людей, которые пытались его решать, как в каких случаях решили, был Омар Хайям, так, знаменитый поэт персидский. Вот, ну и математик, кроме того, конечно. Но полностью это уравнение было решено вот итальянскими алгебраистами. Это очень забавная история, которую я вам в соответствующем месте расскажу. Тоже, значит, итальянскими алгебраистами в самом конце 15 века. Ну, совершенно криминальная история, как там, под клятвами что-то сообщать. Вообще, как была организована наука, очень интересно в то время, потому что мы говорим, что математика – это наука. Значит, ну, конечно, с моей точки зрения, это очень сильное преувеличение. Значит, математика – это отдельная область деятельности, который имеет столько же общего с наукой, сколько там с искусством, спортом и так далее. Просто организована как наука, но, конечно, никакой наукой не является. Другой вид деятельности абсолютно. Вот. Гораздо больше свободы, чем в науке. Ну и вот итальянские алгебраисты придумали, как решать кубическое уравнение. И оказалось, что даже при решении кубического уравнения с вещественными коэффициентами, чтобы его решить, и когда все коэффициенты вещественные, и корни вещественные, но чтобы его решить, все равно, это так называемый неприводимый случай, нужно использовать в вычислениях комплексные числа. Так, вот это открытие с самого начала XVI века. И с моей точки зрения, ну не только с моей, это многие люди так считают, это просто абсолютно переломный момент в развитии европейской цивилизации. Так, например, вот это написано, такая точка зрения высказана у Ричарда Фейнмана. То есть, когда его спросили, значит, что он считает вот, моментом возникновения европейской науки, он назвал ровно это. Так, почему? Потому что вот, в действительности до этого там, все средние века там, и эпоха Возрождения считалось, что ну, вот, как бы все знали древние, а так сказать, мы тут ничего лучше сделать не можем. Вот оказалось, что можем. Оказалось, что значит, вот, реально первый прорыв – это вот, комплексные числа. И это самый конец 15-го, самое начало 16 века. То есть, вообще говоря, это вещь, ну, вся современная технология основана на них. Вот, когда вы посмотрите на любую там электронику, вот, любые устройства переменного тока, там, радиоприемники там, и так далее, разумеется, это все основано на комплексных числах. Так? Но это как раз стало понятно только в XIX веке. Вот. Ну, когда возникла теория электромагнетизма. Вот, вот после этого переломного момента как-то действительно стали придумываться новые вещи. Так, там можно назвать несколько ключевых людей. Ну, например, там Виет, вот, который как раз буковки ввел. Так, и решал уже, уравнения довольно высокой степени, но, правда, не любые. Так? Но итальянцы решили уравнения степеней 3 и 4. Так? Там еще один человек абсолютно ключевой был де Ферма, например, ну, который сейчас называют просто Ферма, но он стал де Ферма. Ферма, у него совершенно тоже ко многим вещам абсолютно алгебраический подход, и совершенно удивительные вещи. Одну из них я просто упомяну, может быть, на следующей лекции или на следующей неделе. Это вот он ввел двойные числа. Он ввел еще одно квадратичное расширение поля вещественных чисел,
Так, вот есть одно расширение комплексные числа. Это когда к вещественным числам присоединяется корень квадратный из минус единицы. Так, значит, а Ферма ввел в каком-то смысле столь же интересное расширение двойные числа, когда к вещественным числам присоединяется корень квадратный из нуля. Они не дуальные? Ну, дуальные, да. А как я сказал? Двойные, да. Двойные числа, да. Значит, там присоединяется вот d такое, что d квадрат равно нулю. Но при этом само d нулю не равно. Вот для 17 века, я считаю, эта мысль ну, абсолютно удивительная. Ну и дальше, вот когда вы смотрите на формулу x плюс dx, вам говорят, там какой-то дифференциал, там, когда я был в вашем возрасте, меня обманывали, там что-то говорили, какие-то слова непонятные, что такое dx. Так вот же оно d. Вот d это вот как раз и есть то, что квадрат чего равен нулю. И вот на основе этого, так сказать, можно, это актуально и бесконечно малое. Второго порядка. А первого порядка. Первого порядка. Вот, то есть на основе вот этого d можно вычислять первые производные. Ну, понятно, чтобы вычислять вторые там и дальше, нужно рассматривать более высокие степени. Более высокие, нильпотенты более высоких степеней, но это придумал только фон Лейбниц. Вот он стал рассматривать нильпотенты более высоких степеней, но это все еще 17 век. Так? Вот это показывает, насколько, как бы, значит, остальная часть человечества, вот продолжение того, что, с чего я начал, насколько остальная часть человечества оторвана от развития математики, что, значит, фактически, там, скажем, комплексные числа, они до сих пор не преподаются в школе. Ну, а про то, чтобы преподавать нильпотенты, как бы даже, по-моему, в стандартных курсах анализа они не встречаются, правда, да, так сказать, даже сегодня. Преподаваемых в университетах, не говоря уже про то, про что мы сейчас вспомним. Вот, значит, ну вот мы дошли до уравнений четвертой степени, так, ну и все эти столетия люди пытались решить уравнения алгебраически более высоких степеней. Так, значит, вот система алгебраических уравнений, я вам, линейных уравнений, извините, они были решены в Древнем Китае 23 века назад, но в Европе это тоже стало известно в конце 17 века. Так, то есть вот в конце 17 века, опять же, фон Лейбниц придумал определители, так, и значит, в 18 веке они вовсю были использованы для решения систем линейных уравнений, там вот формула Крамера и так далее. Так. То есть система линейных уравнений умели решать, а вот уравнения более высоких степеней, их решать в общем случае не получалось. Когда в каких случаях получалось, все очень радовались. Но уравнение общее пятой степени, оно не решалось и не решалось. И, значит, вот в 18 веке этим занимались совершенно замечательные люди, там, ну, еще два абсолютно ключевых математика в формировании алгебры, это, конечно, Эйлер и Лагранж. Так, которые доказали, значит, алгебраическим методом, не аналитическим, а алгебраическим методом, то, что называется основной теоремой высшей алгебры. Так, то есть то, что в комплексных числах каждый многочлен непостоянно имеет корень. Так, ну, тогда на самом деле столько корней, какова его степень, если их правильно считать. Вот, то есть они доказали, что корень есть, но, значит, Лагранж объяснил, почему уравнения степени там 4 решаются, так, значит, но что происходит дальше, вот это было неясно. И, значит, следующий такой абсолютно переломный момент, когда возникло, значит, несколько разных идей, которые привели к формированию того, что мы сегодня называем алгеброй. Так, ну, во-первых, в связи с теорией чисел алгебраической, там какие-то алгебраические понятия в явном или неявном виде вводили математики, там, типа Лежандра, Гаусса и так далее. А, значит, с другой стороны, вот в связи с решением уравнений Абель и Руффини
доказали такую теорему, что общее уравнение нельзя решить в радикалах. Вот так мы решаем квадратное уравнение. Значит, как в школе его решают. Ну, я-то не помню, как решают, но вы должны помнить еще. Так, значит, я могу решить, но я не помню формулы, конечно. Это называется Mitternachtsformel, то есть ту, которую каждый должен помнить, если его разбудить ночью, но я не помню. Значит, но в любом случае решается при помощи алгебраических операций и еще одной операции, операции извлечения корней. Ну, в данном случае квадратных корней, поскольку уравнение степени 2. Вот. Ну и вот как раз теорема Руффини-Абеля утверждает, что решить в таком виде уравнение степени 5 в таком виде невозможно. То есть его невозможно решить в радикалах. Невозможно решить, его невозможно свести при помощи алгебраических операций к решению уравнений там x в степени p равно a. То есть к извлечению, ну или x в степени m равно a. Его невозможно при помощи арифметических операций свести к решению вот двучленных уравнений. Так? То есть к извлечению корней из чисел. Общие уравнения. Но это значит, нет единой формулы, которая бы решала все такие уравнения. Но это совершенно не значит, что каждое уравнение по отдельности так решить нельзя. Вот. И вот абсолютно ключевым моментом была работа Галуа, который, ну, как вы знаете, Галуа – это некий такой романтический миф, его убили на дуэли в 20 лет, да, и вот к этому моменту он придумал несколько абсолютно фантастических вещей, значит, ну, вот теорию Галуа, там, конечные поля, там, простые группы, значит, много чего. Вот, там у него были работы еще, в последнем письме упоминаются по эллиптическим интегралам там, и так далее. Вот, вот до 20 лет молодой человек. Так что у вас еще есть время. Вот, значит, и вот в частности он дал ответ на вопрос, это вот и есть теория Галуа, так, дал ответ на вопрос, а когда уравнение вот любой степени решается в радикалах. Когда его решение можно найти при помощи арифметических операций, значит, и операции извлечения корня. И при формулировке этого ответа он ввел, собственно говоря, там в явном или неявном виде, но в достаточно явном уже, ввел два ключевых понятия, которые мы будем изучать в этом семестре. Понятие группы и понятие поля. Так, вот, то есть, ну, грубо говоря, группа – это там множество с одной алгебраической операцией с какими-то свойствами, а поле – это множество с двумя алгебраическими операциями с какими-то свойствами, ну, которые мы, значит, на этой неделе узнаем. Вот. И после этого, как бы, понимание алгебры стало меняться. То есть понимание алгебры там, 18, до 18 века было одним, а, значит, после Галуа она стала совершенно другим. Значит, теория Галуа – это тоже, на самом деле, вещь, ну, которая связана с классической математикой, решает там в разной форме многие классические задачи, которые были известны еще грекам, но не были решены греками, там, или доказывает невозможность решения таких задач, там, скажем, задача трисекции угла при помощи циркуля и линейки, или, скажем, задача построения правильного n-угольника. Так? Вот такого, значит, рода вещи. Но в действительности там построение правильного 17-угольника, конечно, было осуществлено еще Гауссом. Вот. То есть на самом деле теория Галуа – это тоже такая некая общекультурная вещь. И, в общем, человек, который ее не знает, но просто он не может считаться образованным человеком. Так, значит, ну, по этому поводу я могу такую вещь, как бы… Ну вот я не верю в то, что образование развивается по следующей причине. Если вы зайдете в лабораторию алгебры и теории чисел в ПАМИ, там вы увидите в шкафчике в 306 комнате
значит, учебник для гимназий, написанный вот моим научным прапрадедушкой Дмитрием Александровичем Граве. Так, он был учителем, ну, среди других он был учителем Делане, Делане был учителем вот, Дмитрия Константиновича Фадеева, так, который был моим научным дедушкой. Он был учителем Зинона Ивановича Боревича, нашего заведующего кафедры и тогда, и, значит, я ученик Зинона Ивановича Боревича. Вот, так вот, Дмитрий Александрович Граве, он написал массу учебников по алгебре, в частности, учебник для гимназии в 5-м году. И в этом учебнике для гимназий излагалась теория Галуа. Так, ну вот, все оценили, да? Сегодня она, значит, не входит в общие курсы, я думаю, я не знаю, где она входит в общие курсы, на математических факультетах, значит, ну вот, мне трудно даже назвать такие факультеты, может быть, в высшей школе экономики, да? Вот, и, значит, пожалуй, в МГУ не входит, например, на математическом факультете. Да? Вот, это к вопросу, опять же, о том, так сказать, насколько... А теория Галуа – это 1830 год. Вот это к вопросу о том, насколько образование оторвано от реального развития науки. Вот почему нужно в действительности обновлять немножко содержание учебных программ, учебных курсов. Ну, хотя бы дойти до 1830 года. Хотя лучше немножко дальше, наверное. Вот, значит, ну и вот в XIX веке содержание алгебры стало меняться, то есть оно стало переноситься, ну, как бы теория Галуа в тот момент считалась окончательным ответом на этот вопрос, что ну нельзя и нельзя решить в радикалах, вот, и как-то, значит, содержание алгебры стало немножко смещаться. Хотя на самом деле, я вам тоже могу сказать правду, которая тщательно скрывается от народа, что, значит, любое алгебраическое уравнение может быть решено точно. Так, то есть есть формула для решения любого алгебраического уравнения, причем такая формула для решения уравнения степени 5 была известна там Гамильтону и Эйзенштейну. Так, но это вот поколение, следующее за Гауссом. Так, это примерно современники там, ну, или чуть попозже, чем, скажем, чем Галуа. Так? Но не в радикалах, конечно, не в радикалах, да. Нет, значит, сейчас известны формулы для, ну, не сейчас, а давно уже, известны явные формулы для решения любого. Так а какая разница? Вы считаете, что есть какая-то разница там между вот такой, такой записью там и там какой-нибудь трансцендентной функцией другой, там, тета-функцией? Я не знаю, в чем разница. Вот. Чем это проще? А? Тем, что вы в школе довольно долго изучали, как оперировать с этим значком, а не изучали, как с другими значками оперировать. Если бы изучали, как оперировать с каким-то другим значком, ну, например, вы можете взять уравнение, там, x в степени 5, там, плюс ax плюс b, там, ну, что-нибудь еще с ним поделать, равно нулю, так, что-нибудь с ним поделать, ну, и там свести к случаю просто, когда один параметр, так, а дальше сказать следующее, обозначить, ввести какую-нибудь функцию, какую-нибудь ввести еще там корень другой, который вот выражает там корни этого уравнения через b. Так, и эту функцию вот 3 года там в школе поизучать. И тогда вы будете говорить, что уравнение 5-й степени решается в терминах этой функции. Понимаете, да? Это то же самое абсолютно. Вот. Так вот, уравнение любой степени алгебраическое, есть явная формула. И на самом деле, в некотором смысле, вот это я, может быть, вам расскажу, значит, тоже в некотором смысле, вот при помощи уже того, что сейчас называется там базиса Грёбнера и так далее, значит, можно решать системы алгебраических уравнений любой степени. Ну, например, если у них конечное число решений, то можно эти решения явно искать там и так далее.
Так, это задачи, естественно, которые не делаются от руки, там уже три уравнения кубических от руки не делается, только на компьютере, там, ну или с большим трудом. Вот, поэтому это, собственно, раньше не придумали, но это наука уже, которая возникла там, в 60-е годы, 20 века. Так, но в любом случае, вот, те задачи, которые ставились перед алгеброй 35 веков назад, они были в 20 веке решены. То есть любая система алгебраическая, значит, может быть решена. Но изменилось само содержание алгебры, значит, сам предмет. Так, и на какое-то время алгебра стала пониматься как изучение множеств с алгебраическими операциями. Вот с этого мы сегодня начнем, значит, с изучения множеств с алгебраическими операциями. То есть структур, вот, в которых заданы операции, такие как операции там, сложения, умножения, еще там что-то может быть. Вот. Ну и в формировании этого направления ключевую роль, конечно, сыграли там, немецкие математики конца второй половины XIX века. Ну, Дедекинд, скажем, который ввел понятие кольца. Так. Ну, там, Фрабениус. Вот если вы посмотрите на работы Фрабениуса, то практически все, что входит в обычные курсы высшей алгебры, это было зафиксировано где-то вот в конце XIX века. Так, и появилось вот к тому моменту. Так, вот все там, все обычные вещи, там, Жорданова форма, которую доказал Фрабениус, там, и так далее, придумал, и многие другие вещи, они, ну, практически все было зафиксировано к тому моменту. Вот. И потом, значит, происходило еще несколько революций, и мы постараемся вот в нашем курсе отследить еще две. Так, это то, что произошло, значит, в 20-е годы, когда изменился язык алгебры, в 1920-е годы. Вот здесь там имена, которые с этим связаны, это Гильберт, Нётер, так, и многие другие. И потом, значит, следующий такой просто абсолютно радикальные и принципиальные изменения языка алгебры, которое еще не распространилось на остальные математические науки, ну или не полностью распространилось, произошло в 40-е, там, 50-е годы. Это вот возникновение теории категорий, значит, возникновение гомологической алгебры. Там, ну, с этим тоже связано много людей, в частности, Дмитрий Скотинич Фадеев был одним из героев этого периода. Так, значит, вот здесь, в Петербурге. Ну и в 60-е годы прошла следующая революция, возникновение вот современной алгебраической геометрии. Так, но вот эта вот революция, она еще на остальную математику распространилась не целиком. То есть вот в этот момент я вам могу сказать, значит, определение алгебры, следуя Шевале, еще одному замечательному алгебраисту 20 века, но это определение будет не определением, а перефразой. Не парафразой, а перефразой. Значит, вот у Шевале есть несколько замечательных книг. Одна из них – это «Введение в алгебру», просто учебник алгебры. Так. Ну, кстати, вот та книга, которая зафиксировала, канонизировала, что ли, современный язык алгебры, изменение предмета алгебры к тому, что вот мы сейчас вам рассказываем, это книга Ван дер Вардена, которая называлась «Современная алгебра», сейчас называется «Просто алгебра». Она переведена на русский язык, причем два раза. Причем первый перевод гораздо лучше, чем второй. Значит, то есть, конечно, нужно читать первую книгу, но там используются готические буквы. То есть вам нужно научиться различать готические буквы. Вот еще поколение моих учителей, они свободно, легко писали готические буквы на доске. Я могу их легко писать в техе, там, добавлением фрактура, но на доске, так сказать, это трудно довольно. Вот. Ну, замечательная книжка, но, конечно, она сейчас несколько устарела. То есть сейчас я вам какие-то другие бы книжки рекомендовал. Вот.
Значит, так вот, Шевале сказал следующее в введении к своей этой книжке «Алгебра», что алгебра – это не просто раздел математики, а алгебра играет по отношению к математике такую же роль, как сама математика играет по отношению к физике. Так, то есть алгебра является языком и инструментом математики, так же, как математика является языком и инструментом физики. Но при этом, конечно, имеет и независимое существование. Так, вот это, пожалуй, так сказать, лучшее определение, которое можно дать, потому что у алгебры, как и у математики, предмет настолько широк, как известно, математика изучает все в области чистого умозрения, что поддается точному определению. Так, то есть математика изучает все, алгебра тоже изучает все. И, специфика состоит не в том, что изучается, а в том, как это изучается. Так, и специфика математики, и специфика алгебры математики состоит в том, какой стиль и какие методы. Так, еще одно по этому поводу есть у Халмаша, по-моему, или у кого-то, такое замечание, что вот там разные математики, больше чувствуют себя более комфортно с разными вещами. Там некоторые чувствуют себя комфортнее с картинками, там некоторые с числами, некоторые со словами. Но вот это отвечает делению математики на три большие части: там геометрия, анализ и алгебра. То есть геометрия картинки, анализ числа и алгебра слова. Так, то есть размышлизм. Вот. Кажется, что алгебраисты считают, на самом деле алгебраисты не считают, они долго-долго смотрят, как можно избежать вычисления. Так, и это вот в этом вот стоит смысл и стилистика алгебры. Вот. Уж дальше что происходило, это настолько трудно рассказать, поскольку происходило так много всего, я думаю, что в этом месте, мне нужно заканчивать введение и сказать вам, что конкретно будет рассказано в нашем курсе вот в течение четырех семестров. Содержание первого года, оно фиксировано жестко, потому что в данном случае алгебра выступает не только как самостоятельный предмет, а выступает как служебный предмет для того, чтобы вы могли дальше изучать геометрию, анализ, динамические системы и так далее. Все на свете. Так? Потому что все на свете, например, вычисляется при помощи линейной алгебры. Там никаких других народных способов что-то вычислять нету, кроме линейной алгебры. Так, если вы посмотрите на современные системы символьных вычислений, они называются системы компьютерной алгебры. Они ровно потому так и называются, что когда вы посмотрите внутрь, какие там алгоритмы используются и так далее. Системы, уравнений в частных производных дифференциальных, огромное количество классических приложений математики к физике, к технике и так далее, ко всему на свете, к геологии, это система дифференциальных уравнений. Так? Они не решаются явно. Просто не решаются. То есть, как только кто-то какое-то уравнение решит, тут же все туда набегают, пишется 300 статей там, или 400. Как только появляется явное решение. То есть, общее уравнение оно не решается. Вот. И поэтому они решаются приближенно. А что это значит? Значит, что система дифференциальных уравнений заменяется на огромную систему линейных уравнений. Огромную, в которых десятки миллионов уравнений. Но это совершенно отдельная наука, как такие системы решать, кстати, который тоже очень много занимался Дмитрий Константинович Фадеев. То есть в Петербурге тоже была довольно сильная школа. Я слышал, что до сих пор при расчете всего, что летает, плавает, при расчете течений, климата и так далее, применяются методы решения разреженных систем, которые Фадеев придумал в 60-е годы. Что будет входить в наш курс? В этом семестре, первый семестр,
значит, кольца арифметика. Так, то есть элементарные понятия теории колец, коммутативных в основном. Вот, многочлены и поля. То есть первый семестр очень традиционный, но, конечно, я рассказывать буду несколько иначе. То есть не несколько, а, я думаю, принципиально иначе, чем это делается в большинстве обычных учебников высшей алгебры. Но высшая алгебра – это не, это учебная дисциплина, нет такого, нет такой науки. Это перевод с немецкого калька «Хёвере алгебра», вот так назывался. Хотя даже учебник Вебера уже назывался просто алгебра. Это просто учебная дисциплина. Вот. Но в любом случае это перевод с немецкого. Многочлены и поля. Значит, третье – это значит, модули и векторные пространства. То есть начало линейной алгебры. Простейшие понятия линейной алгебры. Так, значит, дальше теория групп. Ну так, теория, пожалуй, громко здесь писать, группы. Так, значит, группы будут снова во втором семестре уже более серьезно. Ну и, значит, вот то, что понадобится для других курсов. Естественно, я бы сам никогда это не стал ставить в первый семестр, поскольку это, естественно, скажем, в третьем семестре вместе с полилинейной алгеброй, это определители. Но поскольку они нужны для геометрии анализа, как можно раньше, то вот, значит, мы решили их включить маленький кусочек в первый семестр, абсолютно искусственно, ну, значит, то есть нам он не нужен, но он нужен другим, и поэтому он будет в первом семестре. Значит, второй семестр. Второй семестр, значит, будут линейные операторы. Значит, тоже, на самом деле, обычно это рассказывается либо в конце второго семестра, либо в начале третьего. Значит, мы рассказываем в начале второго, потому что это будет нужно для других курсов, которые будут читаться тоже принципиально быстрее, чем обычно они, ну и по-другому, чем они раньше читались. Значит, дальше это квадратичные и эрмитовые формы. Ну, по той же причине. Вполне могло бы поменяться местами там с чем-то из третьего семестра, но это нужно другим курсам. Значит, дальше ну, продолжение геометрической алгебры, то есть кватернионы. Вот это вот дело можно назвать там геометрической алгеброй или как-то в таком духе. Там геометрическая алгебра, геометрия пространств со скалярным произведением. То есть это вот фактически некий такой кусок, тесно связанный с геометрией. Значит, дальше теория групп. Вот здесь уже можно сказать слово теория, здесь какие-то теоремы будут доказаны. Вот. И большой кусок, который будет использовать все, что рассказывалось до этого. То есть будет использовать и вот включение этого куска во второй курс – это тоже некая новинка, он обычно не входит вообще в содержание общих курсов, так, но он исключительно важен и как модель там, многих вещей в анализе, конечно, мерная, и важен с точки зрения очень многих приложений. Так, это представление конечных групп. Но это вещь, которая имеет огромное значение там, для физики и так далее, и где ну, действительно можно замечательно упражняться, то есть решать очень интересные задачи, представление конечной группы. Так, вот это значит, план на первый год, который точно здесь никаких подвижек
не будет, то есть вот будет рассказано то, что, значит, здесь написано. Так, а вот третий-четвертый семестр, особенно третий, особенно четвертый, значит, там какие-то возможные изменения, но третий семестр тоже там есть несколько вещей, которые будут, несомненно, будут обязательно, и которые исключительно важны для каждого математика грамотного. Так, то есть то, что они не излагались до сих пор в общих курсах, это, конечно, для чистых математиков абсолютно недопустимо. Так, то есть ими должны владеть все математики, ну и многие из этих вещей, они сейчас имеют и огромное прикладное значение. Кстати, я не сказал, что... Нет, я хотел сказать вот еще, что вот многие этих вещей, кстати, вот та же линейная алгебра, там та же теория групп, значит, та же теория представлений групп конечных, они сейчас стали прикладными вещами. Потому что на самом деле вот за последние там несколько десятилетий в связи с возникновением компьютеров изменилось содержание прикладной математики. То есть вот в XIX веке там вершиной прикладной математики, то, что называется математическая физика, было решение уравнений в частных производных. Просто абсолютные вершины. И это считалось как бы вот, значит, самое такое продвинутое, что есть. Вот. А в XX веке возникли компьютеры, и возникли совершенно новые типы прикладных задач, дискретные, там, конечные и так далее. Вот. И оказалось, что если вы посмотрите там на количество людей, работающих в этой области, посмотрите на финансирование, которое на это отводится и так далее, окажется, что математика является там небольшим разделом теории кодирования. Теория кодирования, криптография и теория кодирования. Это, ну, там, все вещи, связанные с передачей информации, да, хранением, там, значит, сокрытием, раскрытием и так далее. Вот это, так сказать, приложение там, типа приложений финансовых там, и так далее. Ну, масса разных приложений. Значит, там, передача, скажем, информации, вот, передача фотографии со спутников. Как это делать так, чтобы, так сказать, значит, получить правильно фотографию? Так, это абсолютно нетривиальная задача, где используется очень много вот той настоящей, серьезной алгебры, так, сегодняшней. Так, этим занимается масса народа, например. То есть изменилось содержание прикладной математики тоже. Значит, так вот, следующая огромная тема, это будет половина семестра, огромная глава, это полилинейная алгебра. То есть здесь будут рассказаны тоже вещи, ну, абсолютно необходимые для, значит, других разделов математики, для ее приложений, там тензоры, поливекторы, без которых невозможно понять, например, многомерное интегрирование, геометрию и так далее, в принципе. Так, то есть это, значит, абсолютно фундаментальные вещи для приложений в других, значит, математических курсах. Но и будет впервые, мы собираемся сюда включить вот алгебры Клиффорда и Спиноры, которые тоже до этого никогда в общий курс не входили, так, но которые принципиально важны, потому что электрон понимает, что группа вращений пространства, мы этого не видим, поскольку мы слишком большие, вот, но электрон знает, что группа вращений пространства – это не, значит, ортогональная группа, а спинорная группа. Так, и поэтому, когда он поворачивается на 360 градусов, вот если я повернусь, так, то, значит, я вроде бы вернусь туда, где был. А электрон, у него спин изменится. Чтобы ему вернуться туда, где он был, нужно повернуться не на 360 градусов, а на 720. Так, это называется спин, потому что у него спин полуцелый, одна вторая. Так, вот. Вот это вот, значит, алгебру, стоящую за этим, как раз, значит, вы узнаете в третьем семестре. Это абсолютно тоже еще одна классическая, исключительно важная тема конца XIX века. Вот. То есть, естественно, она возникла до квантовой механики. Вот тензорные произведения, там, спинуры – это абсолютно фундаментальные вещи для изучения квантовой механики. Вот. И, значит, две совершенно новых темы,
которые никогда раньше не входили в общие курсы. Вот, значит, ваш поток первый, кому они будут рассказываться в общих курсах. Так, это теория категорий и гомологическая алгебра. Так, вот это значит, что вы дойдете в своем понимании науки, значит, до 1950 года. Но чтобы продвинуться дальше, нужно будет ходить на спецкурсы. Вот. Но если вы думаете, что это, значит, мало, это, так сказать, очень много, потому что на этом уровне, до этого уровня не доходит огромный процент профессиональных математиков, вот работающих в математике, там успешно публикующихся, потому что для, значит, многих, особенно работ в там, прикладной математике, просто знание математики современной, появившейся там после 1946 года, оно не нужно. Ну, как они считают. Хотя на самом деле, вот сейчас, скажем, теория категорий нетривиальным образом применяется в программировании. Так, например. Но это в действительности это язык. Вот сейчас вы изучаете там в курсе, как он называется, логика и культура математических рассуждений. Вот, вы изучаете, значит, язык теории множеств, правда, да? Я, во всяком случае, рассчитываю, что вы уже знаете, да, правда, что такое там, скажем, Декартово произведение множества и так далее. Да? Замечательно. Замечательно. Вот, значит, так вот, теория категорий – это язык, значит, не то что альтернативный, а просто другого уровня, на котором, в частности, можно выразить и то, что можно выразить на языке теории множеств, но в действительности можно выразить и многое другое. Так, значит, вот это содержание трех семестров. Значит, четвертый семестр, пока там написано теория чисел, так, но что в действительности, вот к этому моменту, значит, это все может еще измениться, то есть, может, мы программы подредактируем, и, значит, напишем другие, может быть, какой-то кусок, там, скажем, алгебраической геометрии, я вам попробую к этому моменту рассказать или что-то такое, в общем курсе. Не как спецкурс, а в общем курсе. Так, ну ладно, это вот, значит, наши планы на этот год. Ну и тут мы должны решать, делаем мы перерыв или нет. Если, или продолжаем просто. Просто пораньше закончим. Ну давайте, да. Хорошо. Значит, ну тогда я вам сейчас, значит, начну рассказывать первую главу, вот, которая примерно рассчитана на, значит, 6-7-8 лекций, значит, которые связаны с элементарной теорией колец и арифметикой коммутативных колец. Так, значит, ну и предполагая, что вы знаете множество там отображений, отношений и так далее, значит, я тем не менее напомню, значит, алгебраические операции. Я просто напомню слова. Глава 1, кольца и арифметика коммутативных колец. Так, но я напомню, тем не менее, значит, что-то про алгебраические операции. Мне нужны несколько тождеств, ну и просто зафиксировать язык. Значит, так, пусть у нас x – это какое-то множество, не пустое. Так, тогда бинарная алгебраическая операция это просто любое, внутренняя бинарная алгебраическая операция.
Но это еще называется законом композиции. Это произвольное отображение из Декартова квадрата множества x в само это множество. Так вот, произведение x на себя называется Декартов квадрат. Но слово Декартов квадрат имеет еще одно значение, да? Которое мы тоже узнаем потом. Декартов квадрат множества x. Декартов и ко-декартов. Значит, ну, внутреннее значит, что это само множество x. Так, значит, бинарное значит, что аргументов 2. Ну, понятно, что мы могли бы рассматривать, так, замещение. Мы могли бы рассматривать что-то в таком духе, и тоже называть это алгебраической операцией. Мы могли бы рассматривать что-то в таком духе, и тоже называть это алгебраической операцией. Это называется, кстати, тернарной алгебраической операцией. Но на самом деле нам все-таки бинарные будут играть основную роль, но нам понадобятся нулярные. Нулярное – это вот что такое. Это отображение из одноэлементного множества. Ну как, вот так его нарисовать. Из одноэлементного множества в x. Так, и унарные. Это просто отображение из x себя, то есть преобразование x. То есть в этом контексте они будут называться, такие отображения, будут называться нулярными операциями и унарными. Вот, значит, но я говорю, что в какой-то момент там, в начале 20 века, алгебра была переопределена как вот изучение множеств с алгебраическими операциями. Сейчас-то мы понимаем, что это, так сказать, все равно, что на самом деле предмет алгебры гораздо шире. Сейчас изучают совершенно другие типы операций, которые вот такого вида не имеют. Которые, например, там в другую сторону, ну и так далее. Ну и вообще на других вещах. Вот. Значит, что нам нужно будет про алгебраические операции? Ну вот обычно, чтобы все-таки содержательным образом называться алгебраической операцией, будет предполагаться, что это отображение удовлетворяет каким-то тождеством. Ну давайте, во-первых, я зафиксирую какие-то, значит, какой-то символизм, какую-то, то, что называется, нотацией, так, обозначение, систему обозначений. Ну вот давайте я это отображение назову f. Это обычная запись функциональная. Так, но дело в том, что очень часто, обычно, используются для обозначения алгебраических операций, используются другие системы записи. Вот наиболее часто используемая система записи – это так называемая инфиксная запись. Инфиксная запись – это когда пишутся операнды, вот эти вот ребята называются операндами. Так, значит, а вот это вот называется результатом операции. Так вот, наиболее часто используемая система записи, когда, значит, вводится специальный значок для этой операции, и он пишется между операндами. Ну, например, вот звездочка. Часто используемый значок звездочка. Либо там кружочек, либо плюсик, либо умножить. Там, ну и так далее. Есть масса значков разных. Так, ну вот такие значки бывают, там, я не знаю, такие значки бывают. Есть много разных значков. Вот это чаще всего используемая система записи, хотя, конечно, бывают и другие, чаще всего используемая в алгебре.
Потому что, например, в программировании, ну, по крайней мере, раньше, и в логике, использовались там префиксная запись, постфиксная запись. Знаете, да? А то, что называется в школьных, там, в этих, в кружках, польская запись там, или обратная польская, да. Звездочка XY, там, XY звездочка и так далее. Так, значит, это называется префиксная, это называется постфиксная. Так, используется интерфиксная запись. Это когда операнды пишутся между знаком операции, то есть знак операции пишется слева и справа. Используется экспоненциальная запись там, и так далее. Еще только не используется. Вот. Но это будет использоваться чаще всего. Значит, и обычно мы будем чаще всего использовать два обобщения для наших операций. Хотя будем и другие, но чаще всего два. Это аддитивная запись. И мультипликативная запись. То есть аддитивная, значит, от слова сложение, да, и мультипликативная от слова умножение. Но умножение либо ставится крестик, либо просто точечка. Либо ничего не ставится. Вот. Но я буду ставить здесь вначале точечку. Так, значит, то есть вот x плюс y. А здесь пишется x умножить на y. Вот. Ну, а в общем случае будет писаться что-нибудь типа там x звездочка y, x кружочек y там, и так далее. Вот. Значит, ну вот нам теперь понадобится несколько тождеств и специальных элементов, связанных с данной операцией. Для того, чтобы определить то, что мы хотим определить. Так, а именно. Мы хотим определить нейтральные элементы. Определение. Значит, нейтральный элемент. Вот пусть у нас есть множество с операцией. X звездочка. Тогда нейтральный элемент E. Это такой элемент, что E звездочка X равно X звездочка E. Но вот для любого X из X. То есть, когда мы, значит, один из операндов нашей операции равен нейтральному элементу, так, то результат операции равен второму элементу. Вот если выполняется такое тождество, это называется левый нейтральный. А если выполняется такое тождество, называется правый нейтральный. Так. Но вот в аддитивной записи левый нейтральный называется нулем, а правый, нейтральный называется нулем, а в мультипликативной записи нейтральный называется единицей. Так, ну, то есть вместо, ну иногда мы будем писать Е и в общем случае, если у нас будет слишком много единиц. Ну, либо, если нужно уточнить, будем писать единица x. Вот, если нужно уточнить, в каком множестве. Значит, еще одна вещь, которая с этим связана, это понятие симметричного элемента. Значит, симметричный элемент. Вот, допустим, у нас в нашем множестве с операцией есть нейтральный элемент. Тогда для элемента может существовать, а может не существовать, элемент другой,
такой, что, значит, вот x' называется симметричным по отношению к x, если x' звездочка x равно e и равно x звездочка x'. Вот, значит, в случае аддитивной и мультипликативной записи этот элемент, соответственно, называется противоположным и обратным. Вот. Но он, конечно, совершенно не обязан существовать, совершенно не обязан быть единственным там, и так далее. Да? Определяется, конечно. Естественно. Да, конечно. Значит, вот посмотрите, yx равно e – это левый обратный. А xy равно e – это правый обратный. Конечно, определяется. Так, значит, но вот тут самый главный момент, который состоит в том, что в действительности практически все операции, которые мы будем изучать, они удовлетворяют некоторому тождеству. Некоторому тождеству, которое гарантирует, что если обратный существует, то он единственный. Так, а именно вот просто самое важное тождество, которое есть в математике, это тождество ассоциативности. Значит, операция звездочка называется ассоциативной, если для любых x, y и z из x, а x звездочка y звездочка z равняется x звездочка y звездочка z. То есть вот на самом деле там в терминах функциональной записи это значит, что выполняется вот такое вот, что наша функция f удовлетворяет такому странному функциональному уравнению. Вот такого типа равенства для функций называется функциональным уравнением. Так, то есть тождество ассоциативности – это вот, вот такое вот функциональное уравнение. Значит, и это самое важное тождество, которое есть. То есть вот в школьной математике операции все предполагались, что они удовлетворяют еще одному тождеству. Все, которые рассматривались там, операции удовлетворяют еще одному тождеству. Тождеству коммутативности. Так, вот операция звездочка называется коммутативной, если для любых x, y из x, а x звездочка y равно y звездочка x. Вот. И вот, собственно говоря, то, что называется школьной алгеброй, это есть манипуляции в ассоциативных коммутативных кольцах с единицей. Ну, может быть, даже в полях? Там еще делить можно, да? Как вы думаете? Ну, в полях можно на все делить, кроме нуля, да. А? Целые проходят, да. И это вот у нас будет один первый пример кольца, да, целые числа. Значит, но в действительности в школе изучаются операции, значит, операции коммутативные, не только ассоциативные. А, это называлось, это в 18 веке перевели на русский. Это называлось сочетательный закон, а это переместительный закон. А еще есть распределительный закон, который называется дистрибутивность. Да, но я, конечно, буду говорить о ассоциативности и коммутативности, мне так проще. Вот, мне нужно каждый раз вспоминать, как это в школьной математике называется. Как по-английски называется равнобедренный треугольник? Кто из вас переведет сразу? Да, да.
Асошеле. Да-да. Но это непросто. Вот, значит, так вот как раз различие того, чем мы будем здесь заниматься, состоит в том, что наши операции, вообще говоря, не будут коммутативными. То есть в какой-то момент они будут коммутативными вначале, а потом все-таки мы построим примеры операций некоммутативных. То есть для нас основным примером, скажем, групп будет симметрическая группа, ну или там, или группа матриц по умножению обратимых. А в симметрической группе операция композиция, она не коммутативна. Так, а основным примером кольца, одним из основных примеров, для нас будет кольцо матриц. Ну, кольцо матриц – это умножение матриц, которое не коммутативно. И поэтому это значит, что в этот момент ваши формулы школьной алгебры, типа там бинома Ньютона, они перестанут действовать. Потому что они все основаны не только на ассоциативности и дистрибутивности, но и на коммутативности. То есть вот все формулы, там, значит, никто вам не сказал, что x минус y на x плюс y равно x квадрат минус y квадрат. Так вот, в тот момент, когда мы будем считать в кольцах, вот такими формулами, так сказать, пользоваться нельзя. Потому что, когда вы раскроете скобки, все перемножите, там вы увидите xy минус yx. Ну и кто же вам сказал, что xy минус yx равно нулю? Это совершенно не так. То есть вот все такие формулы, они, конечно, станут сразу неверны. Это один из основных источников ошибок у начинающих. Это то, что они применяют формулы, значит, не глядя на то, ну вот там формула для производной, обратные функции, но обратные не в смысле f минус 1, а в смысле единицы делить на f. Формула для производной дроби. Так, ну вот обычная формула, которую вы заучиваете наизусть, она просто неверна. То есть как только вы начинаете по этой формуле дифференцировать матрицы, например, получается ошибка, потому что умножение матриц не коммутативно. И когда вы говорите, что там что-то равно чему там, я же не буду формулы писать, там, единица делить на f штрих, значит, минус f штрих делить на f квадрат, что-то такое, да? Тогда, а что такое f квадрат? Что такое поделить на f квадрат, если f это матрица? С какой стороны поделить, слева или справа? Вот правильная формула такая. Нужно поделить на f слева и поделить на f справа. Так, вот как раз то, чему мы будем учиться в нашем курсе, это, значит, тому, чтобы все школьные навыки, которые используют коммутативность, то есть отказаться от коммутативности, а вот от ассоциативности мы не сможем отказаться. То есть, алгебра, но тоже там в одном из современных учебников алгебры написано, это пишет Абьенкар, кстати, знаменитый алгебраический геометр, что вот есть там три алгебры, школьные алгебры, там многочлены, там еще там что-то, уравнение, school algebra. Есть вот то, чем мы занимаемся здесь, группы, кольца, там векторные пространства, это college algebra. Так, и есть то, чем мы будем заниматься в третьем семестре. Это вот категории, там, функторы, так сказать, комплексы, там, я не знаю, что еще, так, гомологии. Это university algebra. Так, до university algebra мы дойдем в третьем семестре довольно быстро. Но все равно мы не будем отказываться от ассоциативности. Это реально требует слома большого количества навыков, это довольно трудно научиться. От коммутативности мы откажемся уже довольно скоро. Вот, значит, то есть мы будем предполагать, что наши операции ассоциативны. Так, я вам не буду приводить примеров здесь. Я вам просто пошлю, как только вы запишетесь в группу, в очередной раз, очередную версию своего конспекта, где таких примеров там, так сказать,
миллион, конечно, но штук 20, да, есть. Вот, осокинных, допустим, операций. Так, значит, но чем вот важны ассоциативные операции? А тем, что ассоциативные операции, если, ну вот посмотрите, нейтральный элемент. Если есть левый нейтральный и правый нейтральный, то они совпадают между собой. Почему? Ну, вот допустим, что есть левый нейтральный и есть правый нейтральный. Но так тогда, значит, вы перемножьте одно на другое. Да, x, конечно. Перемножьте одно на другое. Тогда, поскольку это, значит, левый нейтральный, то это равно e'. А поскольку это правый нейтральный, то это равно e. Ну, значит, e равно e'. То есть, если есть левый нейтральный и правый нейтральный, то они равны между собой. А вот к левому обратному и правому обратному это не относится. Вообще говоря. Это не относится, это реально не относится. Есть реальные... Ну, давайте я еще вам сразу скажу пример неассоциативной операции. Операция умножения бесконечных матриц. Вот чем отличаются конечные матрицы от бесконечных? Это хорошее замечание, да. Да, значит, но тем, что бесконечные матрицы не всегда можно умножать. Потому что, так сказать, можно какие-то классы умножать. Но вот оказывается, что очень легко привести примеры, когда, значит, их можно умножать, но при этом результат будет зависеть от расстановки скобок. И там возникают, ну, совершенно удивительные вещи. Так, то есть, вот в анализе это исключается тем, что вводится, рассматривается умножение, которое определяется при помощи каких-то типов сходимости. И накладываются какие-то условия, типа там равномерной сходимости, еще там чего-то, вот, которые убирают такие эффекты. Так, а вот если мы просто начинаем умножать бесконечные матрицы, вот чисто алгебраически, там возникают удивительные эффекты, но один из них состоит в том, что умножение их не ассоциативно. И поэтому там у матрицы может быть бесконечно много обратных. Разных. Вот. Но в конечном случае не может. Почему? А вот давайте посмотрим, возьмем, значит, левый обратный и возьмем правый обратный. А теперь образуем произведение x, звездочка y, извините, y, звездочка x, звездочка z. Ну вот что это за произведение? Так, вот на самом деле, если они, это равно между собой, то тогда можно скобки не ставить, правда, да? Ну, раз это одно и то же, то можно скобки не ставить. Вот, они не ставятся. Значит, что это за произведение в ассоциативном случае? В ассоциативном случае вот это равно, значит, вот этому. Упс, ну, как-то я все время, поскольку пишу в другом порядке, все время. Так, значит, смотрите, что получилось. Y, x, z. Но xz равно e, правда, да? Значит, это равно y на e. Равно y. А с другой стороны, чему это равно? А с другой стороны, можно скобку поставить по-другому. Это равно yx на z. Так, это равно, значит, e на z. Но это равно z. То есть z равно y. Это что значит? Что если у какого-то элемента для ассоциативной операции, операция ассоциативна, и у какого-то элемента есть левый обратный и правый обратный, то они совпадают между собой, и значит есть просто обратный. Поскольку мы рассматриваем операции только ассоциативные, мы обычно говорим просто об обратном. Так, то есть, ну, в частности, обратный единственный, если существует. Значит, обратный... единственный, если существует. Вот. Но, кстати, еще одна вещь здесь, на которой я сейчас не буду подробно останавливаться, но которую вы можете над ней подумать самостоятельно. Значит, давайте я еще уж сформулирую. Значит, доказательство называется одним простым словом.
которым называется много других доказательств. То есть я во многих случаях буду этим словом ограничиваться. Так, ну кто скажет, каким словом? Как доказывать? Это хороший ответ, да. Это сколько математиков нужно, чтобы крутить лампочку, да, все знают. 17. Сколько? Ни одного. Это оставлено читателю в качестве упражнения. Значит, нет, не словом очевидно, словом индукция. Ну вот, значит, допустим, мы смотрим на произведение не трех операндов, а четырех операндов. Так, вот сколько есть способов расставить скобки в таком произведении? Так, ну на самом деле таких способов пять. Так, и кто знает, что за последовательность 1, 2, 5, как она продолжается дальше, это число Каталана, да, совершенно верно. Число Каталана. Значит, вот. Так вот, существует пять способов расставить скобки. И все понимают, какие. Значит, первый способ такой. Это называется левонормированное произведение. Так, значит, второй способ. Ну, давайте соединять, значит, между собой, соединять расстановки, которые получаются одним использованием ассоциативности. Вот где здесь можно использовать ассоциативность? Обычную ассоциативность, как она вот здесь написана. Вот эту перенести, либо самую большую перенести. Ну, давайте самую большую перенесем. Значит, x, y, звездочка, z, w, да? Так, ну, либо давайте эту перенесем. Значит, x, y, z, w. Так, теперь здесь что можно перенести? Ну, один раз мы уже перенесли, правда, да? Мы перенесли вот это сюда. Но теперь можно перенести вот эту. Так, получится следующее. Получится x, звездочка y, звездочка z, w. Вот такая расстановка скобок называется правонормированной. Вот это левонормированная. А это называется правонормированная. Так, значит, но на самом деле здесь еще мы не все учли, потому что можно еще вот здесь перенести, правда, да? Так, значит, x, звездочка, y, звездочка, z, звездочка, w. Ну и понятно, что вот это из этого получается одной перестановкой скобок, то есть вот получился такой пятиугольник. Так, а если вы нарисуете для пяти аргументов такое же, то получится некий совершенно замечательный 14, как это называется, пледр с 14 вершинами. Как он называется? Асоциэдрон? Ну, так он называется, да. Вот. Ну, в общем, мораль такая, что если вы поупражняетесь, то вы по индукции докажете следующее, что в любом произведении любой длины, это называется по-немецки «allgemeine Klammernregel», общее правило скобок, что в любом произведении любой длины результат не зависит от расстановки скобок. Значит, теорема, общее правило скобок. Так, что в произведении x1, звездочка, x2 и так далее, xn, результат не зависит от расстановки скобок. Ну, или еще называется обобщенная ассоциативность.
Вот. А если опираться еще и коммутативно, то тогда их можно произвольным образом переставлять. Это называется числа Родригеса. Ну, по-русски раньше было принято писать Родриго, но это абсурдно, потому что он все-таки испанец, а не француз. Вот. Значит, ну, в старых книгах написано Родриго. Вот, если еще переставлять их. То есть, если скобки ставить правильно, это называется число Каталана. То есть, для 5 со множителей таких расстановок скобок будет 14. Правильных. Понимаете, да? Которые полностью определяют порядок, в котором производится умножение. Вот. Но результат не будет зависеть. Ну вот, значит, и чаще всего мы будем использовать в дальнейшем либо аддитивную запись, либо мультипликативную. Но в этом случае, в случае аддитивной записи, это называется суммой. А x и y называются слагаемыми. Операция называется сложением. Ну, сам знак называется плюс, естественно, да? Так, значит, это называется произведением. X, Y называются сомножителями в этом случае. Что там еще? Операция называется умножением. И так далее. То есть мы будем использовать обычные все названия. Вот. Ну и самый первый объект, который мы будем изучать, не будем, но мы будем, который мы введем, это, значит, группа. Но мы введем только для того, чтобы, значит, сразу сказать, что вот мы тут же введем еще одну операцию.